Какая-то левая тёлка мне пишет хуйню в директ. Oh my god, я недоволен. Как её блокнуть, я не понимаю. Ведь я отупел, и я ещё в алкоголе. Еду в машине, у меня лежит полкило наркоты, полкило паранойи. Я был на фондовом рынке, вот почему я пропускал первый урок в школе. У меня бабушка убила больше людей, чем солдаты убили на фронте. Я ещё не вру, это правда, ведь у неё было примерно 15 абортов. Даже не думай меня переделать, я думаю, что вы там не будет толк. Не пиши мне в ДМ, у меня для этого предназначен менеджер по тёлкам. У тебя нету на трапе ни грамма наркотиков. Ага, обычный дом. Шлюхи и копы, они так похожи, ведь мы только им так технично врём. И мы похитим твоего родителя, хочешь обратно наличку ждём. Три буквы мало для того, чтобы описать мой хуй, зови его хуй бобождён. Ты можешь умереть чай или попозже, у тебя два выбора. Я и мой бро, мы купили реконс и ходим как пидоры. Мы не читаем рэп, мы говорим то, что видели. Я включил твой альбом, что ты там выдумал? Нет, я не спал с ней, я её выебал. Ты меня не убьёшь, это невыгодно. Я буду легендой, ты будешь... Бля, сам додумай, кем ты будешь. Но я думаю, каждому будет похуй на тебя. И тебе вообще невыгодно меня убивать, я буду легендой. Это факты. Так что делай, что хочешь со мной, блядь.